Ну что, парни, всем привет. Так, масло я проверил. Здесь грязь. Везде грязь. Короче, ребята, что снимаю, смотрите. Та-дам! Китайское говно. Кто-то там писал мне всегда в комментариях, что Китай рулит, и ты ничего не понимаешь. Шары вам протру. Вот он, китайское говно, проходило примерно 4 месяца. Падла. Так. Да, говнище-то изрядное. Надо загонять на моечку. Срочно причем. Так, ремень в идеале, так как я его менял, а вот китайское говно потекло, падла. Угу. Так, ну что, надо бежать, менять. Довольно-таки так нормально потек-то. Я сюда и не заглядывал давненько, судя по вот этой вот всей беде. Протекает он жестко, сука. Ну вот такая вот, короче, фигня, парни. Беда бедовая. Здесь все в порядочке. Все в удельчике. Блин. Это вот как раз перед выездом. Вот весь геморрой вылазит сразу же. Это не есть гуд. Но будем менять, а что делать. Да, блин. В общем, вот такие, ребята, пироги. Хрен его знает. Но менять надо. Так, парни. А вот это мой гараж будет. Вот здесь будет верстак. Это говно я выброшу. Это тоже говнище я выброшу. Сюда поставлю пластиковый пакет. А здесь у меня будет мангальчик с выходом в потолок. 10 градусов, круто. В общем, это на сентябрь тема. Здесь я все оборудую. И будет, я думаю, ништяк. И попробую все это говно утеплить. Провести сюда батарею. И будет у меня и зимняя мастерская, и летняя мастерская. Вот. Ну и плюс мангальчик. С мангалом я не знаю, еще подумаю. Но мангальчик бы хотелось. Просто-напросто я не знаю, как будут относиться к этому жители этого района. Все-таки же будет дом. Кошара, блин. Кошара. А что ты такой наглый-то сюда заходишь? В общем, пацаны, давайте. До следующего видео. Пока.